вид в сторону Крыма с города. Но Крыма, конечно, в такую погоду не видно. Оптика нормально приближает на фотоаппарате, поэтому видно как бы то, что простым глазом просто не видно. Вот смотрим, как ребятки сыпят сети. Я думаю, что тут рыбы так мало стало в этом месте. Все обсыпано сетями, просто все.